пятницу согласовано с процессуальным руководителем, открыто уголовное производство в индустриальном отделении полиции по признакам части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Люди, которые совершили данное уголовное правонарушение, не установлены. Мы предполагаем, что уже до среды будет вручено письменное уведомление о подозрении нашим фигурантам. Пока проводятся следственные действия. Как расценивается и какое наказание может грозить? Это хулиганство, совершенное группой лиц. По данному уголовному правонарушению предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Что поясняют эти фигуранты? Известно ли уже они что-то, как-то поясняют свое поведение, признают ли свою вину? Сегодня установленные люди будут доставлены в отделение полиции, где они будут давать пояснения по данному факту. Также сегодня мы официально приобщим видео с той камеры, на которой снимали данный инцидент, к материалам уголовного производства. И человек, который снимал видео, также будет опрошен.